Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, моя новая песенка называется «Завалил коммунист лося». Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Так гласит наша мудрость народная. Позабыл товарищ Рашкин это правило навек. И теперь дело он и народное. Депутаты отобрали у него иммунитет, и теперь от наказания у него спасения нет. Вызывают на допросы, дать реальный срок грозят. С кабаном он спутал лося из травы торчащий зад. Завалил коммунист лося, без лицензии завалил, и теперь рать святая вся его мочит, что было сил. Там за каждым кустом стоял ФСБшник с нацгвардией, оператор ТВ снимал. Журналюг была армия, егерь был с тепловизором, и взяла тут Валеру злость. А только кто же его вызволит? У него же в машине лось. Хорошо, что у нас в стране пред законами все равны, но сомнение живет во мне, и вопросы странны. Завалили Навального, осудили Платошкина, все от строя фискального, Мангерштерны немножко мы. Завалил коммунист лося, без лицензии завалил, и теперь рать святая вся его мочит, что было сил. И теперь рать святая вся его мочит, что было сил. Вот такая песенка. Вы поняли, друзья, о ком и о чем она. Она о том, что происходит с нами. Она о той стране, в которой мы живем. Она о России и тех, кто в ней обитает. Друзья, не забывайте помогать моему домашнему приюту Кото Вася 67. Для такой помощи под каждым моим роликом есть все атрибуты. Спасибо. Здоровья, счастья, всех благ.